Юных югорчан познакомят с культурой северных народов. В одном из детских садов Покачей построят стойбище реальных размеров. Авторы установят здесь чум, беседку, лабаз и мост. Все конструкции сделают из натуральных материалов. Высота самого большого сооружения составит 5 метров. Этот проект носит название «Частица Югры». На его реализацию детский сад выиграл грант губернатора. Проект должен познакомить маленьких югорчан с обычаями и традициями коренных народов Севера. Экскурсии по стойбищу будут проводить не только для детей, но и для взрослых. Это брус натуральный, потому что это природный материал. Но это же мы же будем проводить экскурсии. И как проводить экскурсии с детьми, со взрослыми, допустим, где маленькие размеры, мы не можем зайти в чум.